Всем лежать, это ограбление! Где этот телефон? На, подержи! Да, мам? Мам, ну я с Костей! Да ничего он меня плохому не научит, мы гуляем, да. Самые веселые и находчивые ребята из Москвы, Егорьевска, Жуковского и Мытищ встретились 25 сентября на сцене Дворца молодежи. Да не просто встретились, схлестнулись в одной из самых потешных битв сезона. Ведь в тот вечер состоялся полуфинал открытой Мытищинской лиги КВН. Сегодня играет 8 команд, и эти 8 команд поборются за выход как раз-таки уже в финал открытой Мытищинской лиги, и сегодня пройдет 4 команды, ровно половина. Поэтому конкуренция высока. Бытует мнение, что полуфиналы всегда самые смешные. В этом мы сегодня как бы убедимся. Участники полуфинала были определены в отборочном туре. Судейский состав в этом сезоне. Участники проекта Comedy Battle Юрий Михлин, Международной лиги КВН 2018 Ксения Шпилева-Рыжкован и Павел Хоба, клубного проекта Top MC Russia Дмитрий Володин. Эти люди знают много шуток. Рассмешить их дорогого стоит. И это еще не все. Впервые за судейский стол сел человек, никогда не имевший отношения к клубу веселых и находчивых. Студент МГТУ имени Баумана Владислав Кожайкин был выбран случайным образом из пользователей социальной сети. Просмотр КВН и удовольствие получаю. Моментами не смешно, но все же есть. Да, такого парня и вовсе рассмешить нереально. Однако все 8 команд, кто на 5, кто на меньшую оценку, справились с задачей. У кого-то есть очень смешные шутки, которые прям, используем терминологию, разрывают зал. У кого-то есть там менее смешные шутки, но есть, допустим, очень интересные смешные ходы, смешное построение номеров, там шикарный вокал, отличная подача. Это все компенсируется, и наше жюри сегодня как раз-таки мы призваны для того, чтобы оценить. Согласно условиям игры, каждый претендент на место в финале принял участие в 3 конкурсах: «Приветствие», «5 новостей» и «Музыкальная фишка». Победителями стали команды «Без понтов», город Жуковский, «Егор Егорыч», город Егорьевск, и «Мытищинцы», сборная целого мира и маленького города близ Москвы, и Георгий Микая. К слову, один из победителей полуфинала поделился с журналистами, как рождаются самые-самые смешные шутки. Ну, мы собираемся с друзьями, разговариваем и на листочек записываем самое смешное, что мы наговорили. А потом это как-то собирается в целое выступление. Финалисты открытой Мытищинской лиги КВН встретятся на сцене Дворца молодежи в декабре. Надежда Трифонова, Олег Степанов. Информационная программа «День».